сегодня малюсенькая горка. Класс? Первый пошел, второй пошел. А я на коленках сижу. Да ты молодец. Идем еще раз на коленках, я тебя сниму. Димчик, а ты на коленках попробуешь? Второй! О, смотрите! Лёжа Дима едет! Лёжа, лёжа, лёжа! Смотрите, лёжа! Да! И поехали! Давай, на старт, внимание, побежали. Было лёжа. Лёжа было хорошо? Это лучше. На большой лучше, да? Да. Давайте. Дети устали идти. Какой-то городок с фигурками ледяными, снежными. Ну-ка, что тут похожее на что-то хоть есть? Вот такие вот лепнины тут наделали. А вот еще курочка тут есть из снега. Идем дальше. Как же нам попасть на эту горку? Дети хотят преодолеть эту гору. Неудобно на нее взбираться. Она и скользкая, и рыхлая. А они с той стороны поднимались, там есть поменьше горка, они оттуда и поднялись. А может, с вертолета они прилетели?